Ранговые бои возвращаются. Такими их не видел еще никто. 28 июня начнется сезон X. Это тестовый сезон, в котором вас ждет новый формат боев и множество других изменений. За участие в сезоне предусмотрены уникальные награды. А главное, каждый игрок сможет опробовать все нововведения, оставить отзыв и повлиять на развитие режима в будущем. Подробнее обо всем прямо сейчас. Формат боев станет больше соответствовать соревновательному духу режима. Количество техники в команде сократится с 15 машин до 10. Это снизит плотность боя, откроет больше вариантов для тактических маневров, увеличит среднее время жизни в бою, а главное, вы сможете сильнее влиять на исход каждой конкретной битвы. Балансировщик подстроится под уменьшенные команды. В каждой из них будет не больше двух легких танков и максимум одна артиллерия. Ради яркой борьбы и большей соревновательности сократится и продолжительность тестового сезона. Он будет длиться не 3 недели, как раньше, а 2. Система прогрессии будет адаптирована к новому формату и станет лояльнее к игроку. Количество шевронов, необходимое для попадания в одну из лиг, сократится со 102 до 94. Получать ранги и проходить дивизионы будет проще. Лучший из проигравших, как и прежде, получит шеврон. Трое следующих по опыту игроков останутся при своем. Остальные 6 шеврон потеряют. При победе без шевронов останутся только 3. 7 игроков шевроны получат. При этом пара лучших среди победителей гарантированно удвоит свой результат за бой. Изменения формата сделают борьбу за лиги увлекательней. А побеждать в этой борьбе будет проще, если совершать в бою правильные ролевые действия. Система начисления ролевого опыта также обновлена. Все роли сменили название на интуитивно более понятные, а ролевые действия машин стали лучше соответствовать их характеристикам. Штурмовые средние танки теперь будут получать ролевой опыт за блокирование урона и размен очков прочности. Штурмовым ПТ-САУ нужно будет наносить урон на ближней дистанции, а не только по собственному засвету. Некоторые машины сменили роли на другие. Появилась и одна новая — универсальный тяжелый танк. Кроме блокирования урона и размена очков прочности, эти машины должны наносить урон по своим разведданным с любой дистанции. Правильные ролевые действия будут выделены специальными иконками прямо в бою. Так вы сможете быть эффективней, чаще получать шевроны и быстрее добираться к наградам. Сезон X отделен от годового цикла ранговых боев. Он не связан с годовой наградой и ранговыми жетонами, но содержит другие уникальные награды. За свои успехи вы сможете получить боны, кредиты, золото, дни танкового премиум-аккаунта и другое игровое имущество. А главное — новое боновое оборудование. Улучшенный компрессор — это усовершенствованная версия популярного среди танкистов турбонагнетателя. Сперва это оборудование будет доступно только в качестве награды за лиги в этом сезоне ранговых боев. Кроме того, вы сможете заработать новые предбоевые инструкции — замена топливных фильтров. Они позволят еще сильнее улучшить характеристики техники. Новых скидок в боновом магазине на этот раз не будет. Однако накопленные ранее скидки вы использовать сможете. Также в сезоне X вы по-прежнему сможете зарабатывать очки боевого пропуска. Сражайтесь в ранговых боях, зарабатывайте эксклюзивные награды, оценивайте новый формат и другие изменения. 10 на 10 или 15 на 15. Ваши отзывы и активность повлияют на то, каким будет формат режима в следующих сезонах. Участвуйте в опросе и оставляйте комментарии. Вместе мы делаем игру лучше. Удачи на полях ранговых сражений!